1 ноября во Дворце культуры и искусств Мордовского университета состоялся финал заочного этапа республиканского конкурса «Педагогический отряд года 2013». Конкурс ежегодно проводится среди педагогических отрядов Содружества. В этом году в финале участвовало 6 команд. Это были представители факультета иностранных языков, филологического, светотехнического факультетов, аграрного и медицинского институтов, института физики и химии. Конкурс состоял из нескольких этапов. Я с удовольствием хожу на финал педагогического отряда года уже несколько лет и с удовольствием, и ухожу всегда, вытирая слезы радости, потому что это незабываемое ощущение, это сплоченность всех отрядов. По итогам обладателем номинации «Лучшая социальная акция» и самым интеллектуальным отрядом стал педагогический отряд «Энтропия» Института физики и химии. Самый лучший костюм из подручных материалов изготовил педагогический отряд «Миллениум» филологического факультета. А самым мобильным, самым креативным в изготовлении портфолио отряда, видеоролики и творческом номере стал педагогический отряд «Наследие» факультета иностранных языков. Места же в общем зачете распределились следующим образом. Третье место – педотряд «Флэш» Аграрного института. Второе место – «Навигатор» светотехнические факультеты, факультет электронной техники. Первое место – педагогический отряд «Наследие». Открытием конкурса стал член педагогического отряда «Флэш» Ян Аширов. Месяц мы старались, трудились, собирались. Не спали ночами, готовились, переживали. Такие эмоции переполняют, это просто не передать словами. Финал позади, места распределены, но скучать ребятам не придется, ведь впереди очный этап конкурса, где Содружество будет представлять педагогический отряд «Наследие», победитель заочного конкурса, педагогический отряд «Первоцвет» географического факультета, лучший отряд по рейтингу Содружества и победитель прошлого года отряд «Комета» юридического факультета.